Canotti, Triple G Golovkin. Чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF американец Джермалл Чарло в интервью Boxing Scene заявил, что готов встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным, который владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. В будущем Чарло намерен подняться в средний вес, сильнейшим боксером которого как раз является 3G. «Я не откажусь от этого испытания», — говорит Чарло, — «о возможном бое с Головкиным. Я дрался с сильными и техничными боксерами, у которых был свой стиль. Я всю жизнь в боксе, так что нет такого, чтобы я кого-то боялся. Меня ничем не испугать. Это просто вопрос стратегии. Моя команда в нужные сроки может сделать бой. Я не собираюсь уворачиваться от такого варианта». Стоит отметить, что 26-летний Чарло, как и Головкин, не имеет поражений. На счет у американца 24 победы, 18 нокаутом, а казахстанец выиграл 36 боев, 33 нокаутом. В своем последнем бою Головкин встречался с чемпионом IBF в полусреднем весе Киллом Бруком. Британец, который ради поединка с казахстанцем поднялся на 13 фунтов, проиграл в пятом раунде и потерпел первое поражение в карьере.